Здравствуйте, дорогие зрители и зрительницы моего канала Жанна Гельднумера. С вами Жанна из Германии. А также я приветствую всех любителей косметики Guerlain. Вышла замечательная лимитированная коллекция этой зимы 2014 года. Я уже давно делала анонсы. А сейчас хотела вам показать. Не обращайте внимания на шум, это маленький котенок. Кошечка. Вот сегодня я тоже с кошечкой. Так что она может запрыгнуть и бегать, и скакать. Вот она уже прыгает и скачет. Невозможно ее убрать в другую комнату, потому что она будет еще больше шуметь и греметь. И, в общем-то, вот так вот. Сзади меня композиция. Я уже рассказывала немного об этом. Примерно так украшают немцы на Новый год свои дома. Вот такими вот карусельками. Там венок со свечкой. Ну, еще бывает венок с четырьмя свечками. Но вот это вот с одной свечкой. Делают вот такие вот вертепы. Примерно так я вам показываю, как они украшают. Они украшают на окнах, перед домом, в домах. Я уже рассказывала в предыдущем видео. Вот здесь вот сделаю ссылочку. Посмотрите, кому интересно традиции Германии. А сейчас поговорим об этой шикарной пудре. Купила я ее со скидкой. Да, кстати, вышла же еще вот лимитированная помада. Я уже делала на нее обзор. От Guerlain. Ну, вот так вот открывается. Оп. Тут зеркала. Сегодня она на губах. Посмотрите. Она отбеливает губы оптически. Такой эффект. У нее глянцевый блеск. Очень мне нравится. Держится она долго на губах. Стоит она дорого, но она стоит своих денег. И также это лимитка. Имейте в виду, это лимитированная помада зимы 2014 года. В интернете я ее не вижу. В магазинах, возможно, есть. Эта пудра есть на eBay, я видела. Цены разнятся. Вот поговорим об этой пудре. Мне очень нравится упаковка. Сделаю я другой обзор на лимитированную пудру 2008 года, и вы увидите разницу. Хотя там тоже шикарная упаковка. Но вот эта упаковка, я считаю, лучше. Ну, потому что она золотая, потому что она металлическая. И что еще удобно? Смотрите, какой шикарный шарик. Шарик, говорю, какой прекрасный бантик. Видите, да? Есть такой лак красный. Вначале кажется, что это как бы вот цвет, но или тень. Нет. Здесь вот надпись Guerlain. Такая вот она блестящая вся. Вот такой вот продукт. Видите, здесь пуховка с бантиком. Я считаю, что это очень удобно. Видите, вот так можете поднажать, и у вас шарики не рассыпаются. Ей можно... Да, вот. Единственное, что вы не видите, какой цвет, потому что красный — это красный, на красном вот это пыльца. Для вас делаю руки. Вот блеск. Хочу сказать сразу. На мне сегодня нету тонального крема. Специально сделала я так, чтобы вы посмотрели, как это смотрится на коже. Просто крем. Даже не крем, а серум на лице. И сверху вот эта пудра. Именно вот эта пудра. Полностью на лице. Румяна. Сделаны, я специально отложила, какие цвета, вы можете наблюдать.
Видите, два. У меня только два красно-розовых шарика. Они превосходного цвета. Превосходного. Я сегодня сделала румяна ими. Здесь тоже я делала под скулу вот такой кистью. Тоже все этой пудрой. Я хочу сказать, если у вас ограничен бюджет, и вы хотите купить эту пудру, она отличная. Она отличная. Вы можете много что сделать с ней. Не только как вуаль на лицо, но вы можете также и румяна сделать, и здесь корректировку сделать. Только стоит пофантазировать. Что хотела сказать? Я вот подсчитала шарики. Не знаю, у кого какое количество. У меня вот такое получилось. Два красных. Хотя говорят, что у кого-то три, у меня два. Демонстрирую. Посмотрите, какой прекрасный цвет. Такой вот прекрасный цвет. Он такой потрясающе мерцающий, такой красивый. Сам вот шарик вот просто хочется съесть. Вот такое вот чувство. Потом идет розовый. Розовых 11 штук у меня было. Не знаю, видите или нет. Вот там вот розовенькая полосочка. Вот здесь вот. Потом идет у нас золото. Ну, такое светловатое золото. Их 9 штук. Вот. Вы их не увидите. Вот этот цвет. Потом идет кремовый. Вот такой вот цвет. Кремовых у нас 20 штук. Лично у меня в коробке было 20 штук. Куда вот нанести? Здесь. Вот этот вы не увидите, наверное, ничего. И кроме красного, наверное, ничего и не видно. Так. И бронза золотая. 9 штук. Внизу еще напишу, сколько штук. Так что можете, любители, почитать, сколько у вас, сколько у меня. Вот, видите, бронза. Нанесла я, значит, румяна вот такой кисточкой, отложила их. И можно даже вот эти два красных шарика с бронзы и наносите. Так. Что хотела еще сказать? Про эти румяна говорю. Про эту шикарную коллекцию. Здесь я еще делала вот такой вот кистью. Светлые бильки. Здесь, здесь, и здесь, и здесь. Пудрой метеорита. Это 2008 года. Расскажу о ней. Империал. Пудра отличная. Ее можно купить в интернете до сих пор. Не сказать, чтобы она прям очень уж дорого стоила, но она хорошая. Я уже рассказывала о лимитированной коллекции от Guerlain бабочки. Тоже шикарная пудра, шикарная упаковка. И хочу сказать, Не стоит ругать Guerlain, потому что там работают реально профессионалы своего дела. Они кропотливо работают над дизайном, поэтому
эту пудру так любит коллекционировать, потому что это эстетическое наслаждение. Запах, как она упакована. Конечно, не сказать, что прям вот эта упаковка шикарна, да? Но упаковка выбрасывается, а вот это остается. Вот видите, она такая вот красивая, шикарная. Хочу сказать, где я храню свои такие вот приобретения. Я храню их вот в такой вот сумочке косметички. Тут у меня косметика Guerlain, Dior. Во-первых, это удобно. Сразу знаешь, где твой любимый Dior и где любимый Guerlain. Так что вот имейте в виду. Такая вот большая сумочка. Если у меня еще делаю обзор на этот продукт от Burberry. Очень классная вещь. Посмотрите мое видео. Отличная вещь. Отличная вещь. Я уже рассказывала также о этих лаках. Они сегодня на мне. Лаки потрясающие. Но держатся не так уж и долго. Вот такой мой обзор. Получился таким, может быть, длинным, сумбурным. Кошечка убежала. Вот здесь кошечка уже осталась одна. Вот такой вот мой обзор на Guerlain. Есть у меня плейлист «Люксовая косметика». Там я откладываю видео Dior, Guerlain. Здесь сделаю ссылочку. Нажимаете и смотрите. Возможно, что-то вас заинтересует. И вы тоже это купите. Следующее видео в этом плейлисте будет о шариках-империалах, которые вы можете наблюдать сегодня на мне. Вот здесь вот они нанесены вот такой вот замечательной кистью. Мне она нравится, она вот так вот легенькая. Вот так делаем здесь. Делаем здесь, делаем здесь. Анонс я сделала. Следующее видео будет о косметике Essence. Дешевой. То, что я там прикупила, сегодня вы увидите на моих глазах вот здесь. Расскажу. Там же я расскажу кое-что о цитринах. Это камень. Камень это хоть его много по земле, но он такой интересный. Он такой интересный. Богиня любви, процветания Лакшми любит цитрины. Камень. Сегодня на мне вот здесь вот и на ушках. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного о жизни в Германии, о путешествиях, о кино. Какие вы могли бы посмотреть фильмы, на кого могли бы обратить внимание. Я уже рассказывала о анонсах. Хотела рассказать как-то красота по-немецки. Я думаю, такой хороший повод в этом видео напомнить об этом и вам, и мне. До свидания, мои дорогие, до свидания. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного. Будет много видео из Германии, а также со всех сторон света. До свидания.